Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Разберем задачу номер 1210. Первая бригада может выполнить задание за 5 недель, а вторая за 3 недели. Хватит ли им 2 недель на выполнение задания при совместной работе? Давайте найдем сначала производительность первой бригады, то есть какую часть задания они могут выполнить за одну неделю. Весь объем работы обозначим за единицу. И тогда, чтобы найти производительность первой бригады, надо 1 разделить на 5. 1/5 задания за неделю выполняет первая бригада. Найдем производительность второй бригады. 1 разделить на 3. 1/3 задания за неделю выполняет вторая бригада. Найдем их общую производительность, то есть какую часть задания они смогут выполнить за неделю совместно. 1/5 плюс 1/3. Общий знаменатель 15, дополнительный множитель к первой дроби 3, ко второй 5. 3/15 плюс 5/15. Равно 8/15. Задание могут за неделю выполнить обе бригады совместно. А теперь найдем, сколько времени им понадобится на выполнение всего задания. Итак, за неделю 8/15. Все задание единица. 1 разделить на 8/15. Деление заменяем умножением и переворачиваем вторую дробь. 1 будем умножать на 15/8. Итак, равно 15/8. Выделим целую часть. Это будет 1,7 недели. То есть это меньше, чем 2 недели. Итак, 1,7 это меньше, чем 2 недели. Значит, им хватит 2 недель на выполнение задания. Ответ – хватит. Мы разобрали номер 1210. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.